Пить меньше чая, чтобы сократить расходы на его импорт, призывает правительство Пакистана. Пойти на такие меры властей вынудили большие счета. Пакистан – крупнейший импортер этого кофеиносодержащего напитка. Только в прошлом году страна закупила его на 600 миллионов долларов. Решить проблему поможет сокращение потребления чая на одну или две чашки в день, уверены в правительстве Пакистана. Валютные резервы страны сократились почти с 16 миллиардов долларов в феврале до менее чем 10 миллиардов в июне. Оставшихся средств едва ли хватит для покрытия стоимости двух месяцев всего импорта этого продукта. Я обращусь к нации с просьбой сократить потребление чая на одну-две чашки каждый день. Потому что мы занимаем деньги и на импорт чая. Если мы все вместе сократим потребление, возможно, это поможет нашей экономике и уменьшится импорт.